снимаем съемку. Я просто хочу узнать, где я потерялся штрих. Вот. Штрих, ты где потерялся? Просто расскажи мне эту историю, куда ты исчез просто из этой ночи. Просто расскажи мне эту историю, куда ты исчез, а, друг? Единственное, что я вам хочу сказать, почему-то... Ой-ой. Какие... Привет. Просто, Штрих, расскажи мне, пожалуйста, твою историю. Как ты вообще очутился дома? Все ли с тобой нормально вообще? Все ли с тобой хорошо? Потому что я очень переживаю за тебя. Как бы, вдруг ты где-то потерялся. Погода шепчет, реально согласен. Ну, скажите, я сильно помято выгляжу? Или пойдет? Привет. Да, спойл другана реально. Где друган вообще? Просто можно уйти? Можно поинтересоваться, где мой друг пропал? Ну, просто на секундочку, пожалуйста. Видно, что примет, да? Блин, я думал, что я буду бодрячком прям. Что с глазом, с каким? Короче, я еду в модельное агентство, и у меня собеседование как-то. Я не чувствую, что я до утра двигался просто. Мы поехали в какое-то заведение. Короче. Мы были в каком-то заведении. Непонятно вообще. Я думаю, что там? Короче, какая-то наркоманская движуха была. Все с этими шарами ходят вообще. Что? Ну, такие веселые штуки. В Москве, я смотрю, любят шарики подуть, вот эти вот, которые веселящие. Обычно мы такие движутся, суперские проходят собеседование, сдаются экзамены. Блин, пожалуйста, помолитесь за меня, вот, чтоб прошло. Просто, чтоб все было классно. Просто помолитесь, и я буду самым счастливым человеком. Я бы очень хотел выиграть кое-что. Что за музыка? Я не знаю, мне кажется, я в Турции просто все. Просто катаюсь, короче, по басману и все. О, сколько сантиметров? Три сантиметра. Три. Это армянская музыка? Это армянская музыка, ребят. Армянская. Кстати, вчера армянина тоже потеряли. А, нет, он потом приехал, точно. Точно. Я помню. Давно постригся? Ну да, уже давно. Армянский понимаешь? Нет, конечно. Откуда, как я могу понимать армянский? За что молиться? За меня, потому что я на собеседование еду. У меня встреча важная. Ну да, похож на турецкий, да? Я тоже так думаю. Чувствуется, бурная ночь была. Блин, реально, мы так подвигали круто. Честно, очень классно было. Прям очень классно. Штрих, конечно, очень веселый парень, ребят. Вы не представляете, как он смешной. Мы так угорали, мы так смеялись. Это было классно. Мы отдыхали в облаках, а после мы поехали в Шантарам. Что-то такое. Короче, это какое-то караоке, то ли что. Вот. В котором дуют шары. Просто дичь.
Какой пудры? Что? Какая пудра, бля? Какой ты вообще с ума сошла? Что вы занесете просто? Какая пудра, вы с ума сошла? А куда устроиться хочешь? Хочу устроиться в жизни. Шантарам классное место, да. Ну, фиг его знает. Я вам так скажу, я приехал, конечно, увидел, как все, какие там все обдолбанные, все под шарами, мужики и женщины. Спускаешься вниз, там все. Вот так вот прям, дичь просто. Это было забавно. Я вам говорю, это было прикольно. Слушайте, я не знаю, я не хочу из Москвы улетать, представляете? После этой жуки сегодняшней. Мне нужно в Минск улетать, а я не хочу. Блин, там так скучно, тут так весело. Черт побери вообще. Если обдолбанное, значит, не классное место. Ну, фиг его знает. Это была единственная автопати, куда можно было приехать. Поэтому мы приехали. Краснодаре. Да, я особо не видел Краснодар, ребят. Я бы с радостью посмотрел, но я практически там не был. Но я думаю, что это хорошее место. Откуда я знаю, станет ли Грис ведущим? Пускай станет, я не против. Какие напитки алкогольные пьешь? Виски? Мы вчера Джек пили всю ночь. Слушайте, ну бабок мы слили прилично, знаете. Я так скажу. Я вначале подумал, что будет скучно, но неинтересно. И нафиг мы вообще-то взяли стол. Типа второй этаж, 30 косарей. Вот. Вот. А когда началась прям... Ты резко постарел, что с тобой? Я постарел, вы что, гоните, что ли? Я просто выпил вчера. Я до сих пор бухаю, вот вся. Вот вся. Поэтому... Не надо мне тут говорить какие-то истории. Лишние. Ты резко постарел. Фига себе. Леша не любит зиму однозначно. С Лизой все сложно. Знаете, такая любовь на грани. Спасибо, спасибо. За шар спасибо. Я тоже считаю, что он лютый, просто класс. Давид, я не знаю, где Давид. Давид с нами не тусовался. Вчера видел Захара Соленко. Он вчера был в облаках тоже. Привет, привет, хорошего дня и вам. Еще не протрезвел, едешь на собеседование. Ну, у меня время такое, да, придется. Как Захар, да, не знаю. Нет, Захар был один. Твои секреты? Какие секреты? У меня от нее. О, кто-то эго, мой пиздец. Я тебя понял, братан, ага. Спасибо, спасибо, очень приятно. Голова болит? Нет, голова не болит. В субботу будешь тусить в Минске? Ну, не знаю, не знаю. Может быть, а может быть и нет. Ну, и... ну, если бы мне предложили быть ведущим, да, я был бы ведущим. Конечно. Поверните налево, а затем поверните налево. Неплохая работка, я вам так скажу, неплохая. Но там ведущих слишком много. Профессионалов своего дела, поэтому. На собеседование. Ты брезгливый? Брезгливый к чему? Да, форма губ очень красивая, идеальная. Даже так, спасибо. Спасибо. Спасибо, губы говорят, спасибо. Вам нравятся мои губы, они хотят с вами поговорить. Эти губы хотят с вами поговорить.
прикольно, да, с вами поразговаривал. Губы, а не зубы. Ну, губы, зубы, какая разница? Все мое, все родное. Астрахань, привет, 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 всем привет, просто. Вам привет, и вам привет, и вам ловите привет. Всем привет и огромное просто. Блин, ты угораешься, да? Бухой еще, наверное. На дом не хочу, 26 лет. Нравятся мои зубы? Зашли и видели зубы. Так, что нового? Что нового? Ничего нового. Жить за границей нужно знать, чем вы будете заниматься. За границей рознь. Поверните нам. Нет, я не был в Новосибирске. Блин, я люблю эти московские очереди. В Китай скоро-скоро. Я жду ответа Штриха. Вот просто мне интересно, он живой вообще? Где он? Сколько я поспал? Ну, блин, честно, не знаю, во сколько я лег. Часов 7 утра я лег. Мы поехали в этот шантарам-барабам. Немножко там подвигались и домой поехал спать. Вот. Богатая старуха из Аркани, прикольно. Да мы не вдвоем тусили, мы, у нас целая команда была. Привет. Блин, Москва, конечно, не проехать, не пройти. Привет. Да, не с Давидом. 26 лет. Икра готова. Класс. Еду в модельное агентство. Привет. Фотки? Фотки чего? Классный вопрос. Тебе понравились когда-нибудь мужчины? Да, спасибо за вопрос. Просто лютый вопрос, да. А вам нравились когда-нибудь женщины? Вот, женщина вас спрашивает. В хорошей ли я форме? Ну, такое. Не был во Владикавказе. Мне вообще стало тяжело с вами разговаривать. Представляете, вот я еду, я понимаю, что прям тяжело. Привет. Блин. А можно какую-нибудь музычку веселую включить, если можно? Что-нибудь, какую-нибудь, я не знаю, радио, что ли? То какая-то депрессивная музыка играет, меня прям убивает. Еду, умираю. Так. Вот это лучше.
Я вызову не люблю, извините. No, the smile dig, so... You cannot find something here. So sorry. Yo, yo. Я бы сейчас слышал на улице и станцевал, а он отвечает просто. Я не сильно верующий, но изредка посещаю церковь, но я особо не верю, поэтому лиска бомба вообще, она очень хорошо выглядит. Пока я бухой, можете видеть передачу, что я ее люблю. Вот так вот. Как это в клипе? И мне не стыдно. Мне не стыдно. Кто нравится тебе? Бля, кто мне нравится? В смысле, вы гоните, что ли? Кто мне нравится? Все, вы скажите обязательно, передайте. Я потом скажу, что это все неправда. Что я был под опиатами, там, аммиаками и алкогольным опьянением. Поэтому это все... Какой попец уже заценил? Какой попец? Вы что? Хороший ты человек. Блин, нифига себе, вот это комплиментище. Вот это я понимаю. Хорош. Блин, опять он играет? Все песни такие веселые. Да, все такие. Надо, чтобы прям бодровые. О, нет, наверное, красивая песня. Прям мне нравится уже. Может даже поплакать под нее. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. Это было сильно прямо. Слушайте, у меня такой таксист охуенный. Слушайте, можешь передать им привет там всем? У меня там ребята смотрят. Скажи, что самый лучший диджей ты сегодня просто. Просто лютый диджик, реально. Просто лютый, да? Это самый грязный движ, будто пятница. И в моих руках опять твоя задница. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе роликсы Гуччи. Нет, я не мажор, я заработал сам, и я все круче. В секрет-руме три кристалла, мне за стол, сучек, сучек. Рублёва успенская банда, гэнг, щит. Вокруг меня строго охрана, оу, щит. Как будто я сын из Кабара, плющит. Под утро мне папа в душу, как тащит. Монако, 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 заебался, однако. Монако, 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 опухла шпага. Хожу на шопинг и курю кальяны. И каждый день со мной то футболисты, то джигали. Не жизнь, а праздник. Папа Коллес, под жопу Мерс. Передавайте, просто передавайте привет, вот это все. Ленту выбираю себе покруче. И дома я, сука, Шанел. Дома я, сука, как Гуччи. Это сука, Шанель. Это сука, как Гуччи. Она круче твоей. 20 лет, малыш. Нет, 26. Моя сука, модель. Малыш. Подруги для Гуччи. Это сука, Шанель. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас. Ты будешь хорошим мужем, отцом, по тебе видно. Вот это комплимент, вот это класс. И в моих руках опять твоя задница. Это самый грязный заяц. Бакс Банни. Кидаю деньги в сауну.
бакс в бане, мешаем мента с колой. Малыш, приколы. Малыш, конечно, она просто с меня, как школа, да, от новой школы. Сука, Шанель, сука, Шанель.